Всем привет, Яндекс Погоде, как всегда, новшество. Ну, я думаю, что все знают, как зайти в Яндекс Погоду. Просто заходите на сайт Яндекс и ниже нажимаете на погоду. А теперь для аллергиков специально есть карта пыльцы. В воздухе средняя концентрация пыльцы, основные аллергены, злаки, амброзия. Итак, нажимаем, и что же мы видим? Действительно, теперь у нас на карте есть пыльца. Теперь смотрите, вот будем отдалять. И самое удивительное, что где-то есть вообще огромная концентрация, вот как я понимаю. Обратите внимание к аллергологу онлайн, причем предлагают обратиться к аллергологу. Онлайн-консультация. Ну ладно, видите стоимость, я не рекламирую платные услуги. Вот, так что, итак, смотрите, высокая концентрация, то есть наоборот, желтая это низкая концентрация, прошу прощения. Ну и давайте посмотрим, где же, вот в Минске у нас... В Белоруссии высокая концентрация, а на территории России уже не особо так. Ну, на территории Украины, смотрите, точнее, южной ее части, в Белгороде и в южных частях, значит, России. Высокая концентрация тогда, как средняя концентрация в средней части России. Итак, смотрите, далее идет у нас карта давления. Причем, смотрите, с ветром, я так понимаю, как распространяется ветер. Причем, если мы мышкой наведем на область, да, нам показывается давление. Вот, посмотрим здесь, 763, тут 764, тут 755. Так, ну-ка, в море 763. Ветер можно убрать по галочке, и ниже у нас шкала миллиметров ртутного столба. А, значит, далее ветер, смотрим ветер. Также анимацию ветра можно убрать и просто водить. Ну, у меня компьютер производительный, поэтому на нем это не скажется, ведь на его работе вот этот ветер. Тогда как у кого, если слабый компьютер, естественно, анимацию можно убрать. Ну и, собственно, температура. Далее уже всем все понятно. Опять шкала. Чем краснее, тем жарче. И смотрите, оказывается, в средней части России, что зеленое, это плюс 7 градусов вот здесь вот, да? Неплохо, неплохая такая, неплохое лето. Ну и, собственно, осадки. Осадков не особо так много. Смотрите, в Оренбурге, только ниже Оренбурга. Блин, осадков вообще нет, елки-палки. Все на юге, в Минске. Вот. Ну и молнии можно вот так брать, ну... Я не знаю, чем вообще молнии могут, зачем их убирать, да? Ну, может, они по каким-то причинам могут мешать. Итак, друзья, так что, как видите, Яндекс развивается, но и, как видите, прогноз еще ниже, есть еще и прогноз. Вот мы мотаем, то есть у любой карты. Сейчас, смотрите, нажимаем на прогноз, вторник, там, скажем, в 12 часов ночи или в 6 часов дня. Вот так вот будет, ни капли дождя, ну-ка, осадки, нет, завтра не будет осадков, как плохо, не люблю жару. Надеюсь, вам видео было полезно, всего доброго, до свидания.